Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор на модель от компании Great Wall Hobby. Модель под номером L4820. Там показываю. И модель это у нас Су-35С по классификации НАТО Flanker E. Данную модель вы можете купить у наших партнеров интернет-магазин Масштаб. Ссылка на магазин будет находиться под видео, и ссылка на модель также будет находиться под видео. Обратите внимание на цену. Цена на данную модель одна из самых, скажем так, низких. Су-35 это у нас российский сверхманеверный истребитель 4-го поколения. Поколение 4++, также он называется. Но его просто условно так назвали 4++. По техническим характеристикам этот самолет подходит под самолеты 5-го поколения. Только у него исключена технология малой заметности. Ну, теперь, друзья, давайте приступим к обзору. Модель это просто бомба вообще. Я вам скажу, это просто офигеть вообще, а не модель. Если вы любите реактивные самолеты, то это для вас. Это шик, а не модель. Я скажу так, я вскрывать не буду это все добро, потому что он такой огромный, он супер вообще. Я не любитель реактивной авиации. Ну, не знаю, больше как-то к пропеллерам. Но он офигенный. Просто нет слов. Что тут можно сказать про него? Расшивка идеальная. То есть клепка вся пропечатана шикарно. Блин, какая упаковка. Ё-моё, это вообще, это шик. То есть все это аккуратненько. То есть тут клепочка вся. И это, по-моему, одна из, считается, правильнейших моделей Су-35. Поэтому у него цена такая довольно-таки высокая. Но я смотрел сборки. Это просто улет еще. Все само собирается. Давайте это литнички какие-нибудь скроем. Ну, допустим, некоторые. Пока покажу вам дальше. Ракеты. Ракеты у нас сразу сделаны, готовы. Также там расшивка. Все это пропечатано. Все шикарно сделано. Просто офигенская модель. А, вот у меня тут скрылась упаковка. Ракеты у нас все сделаны. То есть, блин, вообще, конечно, шикарно. Вот если вы любите, как я уже сказал, это для вас модель. Я вот как-то был до этого момента, где активная авиация равнодушен. Но такую модель бы и я собрал. Ракеты, все собрано, все шикарно сделано, пропечатано идеально. Так, вот это что летит у нас? Открывается? Да, открывается, тоже посмотрим. Так, вот такой летит. Ух, колеса еще под нагрузкой. Это просто модель, куда не нужны дополнения. Инструкция. Декали сразу скажу, не пробовал, не знаю вообще. Эту фирму первый раз вообще в руках держу. Блин, классно. Так, ну давайте с вами посмотрим, что же нас ждет. Ждет у нас внутри. Кстати, когда собираете, этот листочек можно приклеить. Очень удобно это будет. Сирия, 16-й год. Макс, 17-й год. Дальше, что тут еще? Палитра здесь миговская. Палитра миговская. Но очень удобно, что показывается, что в каких процентах мешает. Технические надписи. Их огромное количество. Так. Также у нас в наборе есть платка фототравления. Я не буду открывать декали. Но тут у нас, по-моему, еще и для ракет что-то есть, мне кажется. Так, далее. Инструкция.
Так, тут у нас наши летники. Ну, инструкция, я бы не сказал, что, конечно, она удобная. Здесь, конечно, недостатки. Что-то тут как-то придется поразбираться. Они ее выпустили вот такими листами. Ну, в принципе, ладно, можно собирать. Так не собрать. Инструкция подробная. И проблемы при сборке. Что я говорю? Это Great Wall Hobby. Тут ничего не может быть. Просто выйдет самолет офигенский. Так, наши шасси, которые собираются из нескольких частей. Ну, инструкция, да, конечно. Далее. Фюзеляж я вам показал. Шкардос. Каждый летник в отдельном пакетике. Как я сказал, друзья, данную модель вы можете приобрести у наших партнеров. Интернет-магазин Масштаб. Масштаб.нет. Ссылка будет и на модель, и на сам магазин под видео. Резина под нагрузкой. Внутренности кабины. Все. Полностью. Каждый датчик все пропечатано. Ну, что сказать. Современная авиация. Много всего в кабине. Пропечатка идеальна. Дефектов нет. Наш носик. Так, а что, в принципе, открывать? Тут так все видно. Расшивка идеально, заклепки идеально, все супер. Это пакетики настроены. Тут потому что есть на что обратить внимание. А на что именно, это на большое количество материалов. Поэтому мы с вами посмотрим. Как фирма Great Wall Hobby это все делает. Ну, давайте посмотрим. То есть тут замечательно. Ну, как я говорю всегда, дефектов нет. Далее. Печатка шикарная. Мелкие детали все пропечатано отлично. Далее следующий летник. Также все мелкие части пропечатаны хорошо. Пролиты. Что-то я заговариваюсь немного. Вот у нас тут наши, не знаю, как правильно сказать, наверное, какие-то топливопроводы, маслопроводы. В общем, все трубочки из пластика. И вам не потребуется никакая проволока. Нет, конечно, любители матчасти вы найдете. Я думаю, не существует модели вообще ни одной, которая бы была. Но здесь все сделано. Все топливо, там масло, проводы, я не знаю, какие там есть еще проводы. В общем, вся проводка, все это пропечатано уже, пролито, готово. Если бы еще такое не было. Ну и наш последний летник, это у нас... Такой вот он. Также все расшивка, вся клепочка, все пропечатано замечательно. Ну и теперь наш, скажем так, под итог. Сейчас мы найдем наш боксарт. Ой, ну ладно, не будем пытаться. Если вы любите современную авиацию, если вы собираете модели СУ, а их большое количество на рынке присутствует, то эта модель для вас. Это шикарная модель. Данную модель вы можете приобрести у наших партнеров интернет-магазин Масштаб. Как я уже говорил, ссылка на магазин и на данную модель будет находиться под видео. Всем спасибо, всем пока.